Всем привет! И сегодня мы никуда не летим. Мы едем заселяться в отель Виктория Олимп, который находится, по сути, в двух остановках от нас. В двух остановках от Дворца художественной гимнастики. Нам выпала такая возможность жить там и выступать на соревнованиях, которые проходят прямо вот здесь, вот где мы, собственно, до этого и жили. Не спрашивайте мне ничего, там напишите в комментариях, что хотите. Вот. Но мы едем заселяться, и это будет очень увлекательная поездка, но без перелета. Я даже самокат взяла, чтобы до зала ездить. Он там, вот там, рядышком. Вот такой огромный подоконник у нас. Мне нравится, что в целом наше путешествие составило 20 минут. Совместно с переездом и расселением. Съездить в местный магазин, вот, в котором мы ходим, в принципе, всю свою жизнь. Ну, надо прогуляться. Съездить, я правильно сказала, потому что мы немножко устали. И завтра у нас опробование, целых два. Вот, и утром, и вечером. Мы, кстати, в команде номер один, всего к нам приехало немного стран, но мы ждали больше. И у нас будет представлено в Беларуси 4 команды. Приедет Литва, Израиль и Армения. Как-то так. Поэтому все, дело за нами. Good morning. Любовь. Вот такая тут раздевалка. Ой, что это? Это я здесь? А, ну да, точно, это мой шкафчик. Это наш тренировочный зал. Посмотрите, какие условия. Вау. Ну что-то он мне напоминает. О, Ксюш, ты тоже здесь? А, да, точно, мы тренируемся здесь уже 2 года. А у меня 4 оправдания. Фига.
следующий день первый, а пробы номер два. Сейчас ты только им воспользовалась. Чисто по фану можно заездить парочку фейлов и багов, чтобы Марина Кинчина сделала кринж лицо. Кринж фейс. Новый вид опробования, опробование после опробования, когда ты не натренировался еще. Давай, я оператор 6D. Куда ты прыгаешь? Суперсъемка, супер-пупер-съемка. Я отправлю Ларисе Геннадьевне. Итак, добрый вечер. Мы опробовались. Первый день дома. Вот, завтра у нас многоборье. Первый день соревнований. И командное первенство. Да. Как не надо жить. Пожелайте нам выжить. Спасибо. Good morning.
меня произошел обмен. Камера грязная. У меня теперь желтый инстакс. Спасибо, Варя. Мы идем кушать. Кушать. Сначала кушать, потом снимать. Мы с утра готовы. Банкет. Only you can mend. You can mend. Oh, oh. I guess that's love. I can't pretend. I can't. And oh, oh, oh. Алина Горнасько выступила, наверное, у Алины что-то. Кровотечение какое-то носовое было, поэтому если в каких экстремальных условиях приходится выступать спортсменкам, очень интересное, хорошее упражнение у Алины. Итак, мы закончили. Сейчас мы находимся в своей комнате, но живем в отеле, да, не забывайте. Итак, обзор подарочков. Итак, значит, сегодня у меня 2 золотые и 1 серебряная медаль. Мне подарили колонка JBL, еще одна. Мне подарили Xiaomi 5. Мне подарили один увлажнитель воздуха. И подарили еще второй, но я отдала его маме. Такая она отвезла Настя. Его домой. Такая чудо. А у меня, кстати, эмочка. А у тебя? Тоже эмочка. В целом, что я могу сказать? Соревнования были достаточно насыщенные. Выступила я 8 раз. Выступила достаточно хорошо, но у меня была ошибка. Где? Вот, еще есть над чем работать. Мы верим, что чемпионат Европы состоится через 2 недели. А сегодня я уже лечу отдыхать. Меня уже Настенка ждет в комнате. Завтра у нас выходной. Вот. И этот вложек был достаточно короткий, но такой насыщенный. И на очень классном турнире на призы моего тренера. Все, всем спасибо, всем пока-пока.